Казалось, что мартовский рекорд игры, когда на два кармана собралось 16 команд, побить невозможно. Но судя по числу участников прошедшего тура, интеллектуальным развлечением заряжается все большее число салдинцев. В среду за летний кубок игры пришли сразиться 20 команд. Подкрепившись мороженым, которым всех угощала заводская молодежка, игроки заняли свои позиции. За столом по три пары участников. Для каждой индивидуальный головной убор, а на выполнение задания всего 30 секунд. Кунгурская пещера. Там деревья растут, и рощи. Нет, это густой желтый. Из него это тоже стреляют. 200 слов в каждом кармане и все посвящены лету. После разминочного раунда начался более сложный. С одного слова напарник должен отгадать загаданное событие. Это не просто. Так, например, девушки из команды «Лунатики» 23-го цеха не сразу поняли друг друга. Экспедиция, экскурсия, морская волна, прибой, волна. Морская? Прогулка, путешествие, катание, не знаю. Морская. Было очень интересно, на самом деле думается легче, когда отвечает совсем другое, а нежели напарник. Когда отвечает напарник, идет уже напряжение, это уже тяжело. Самым занимательным и веселым стал изобразительный раунд. Играя в крокодила, ребята парили в воздухе, собирались в путешествие и копали огород. Театрально кривляясь друг перед другом, участники создавали хорошее настроение себе и окружающим. Пытались показать загаданное слово жестами, мимикой и движениями тела. Не просто пришлось игрокам и в раунде по рисованию слов. Летние пейзажи стали появляться на командных листках. Футбол, что ли? Ворота? Матч? Соревнование? Гол? Мы тут первый раз. Для нас, конечно, это все здорово. Мы уже придумали новую тактику по отношению к последнему конкурсу, но мы ее раскрывать не будем. Мы ее реализуем в следующий раз. 2 часа пролетели незаметно, и пока жюри подсчитывали баллы, участники делились своими впечатлениями. Хорошие впечатления, азарта много, прям взбудораживает. Мне все понравилось, круто. Волнительно, конечно, все равно каждый раз, хоть и играешь, нет, первый раз, но все равно эмоции зашкаливают. Мы играем уже не первый раз, как бы знаем, что это такое. Мы готовимся, сразу же говорю, не так просто мы приходим сюда. Ну, как бы слова легкие в этот раз, соответственно, какие предыдущие были. Ну, нам было легко, мы как бы уже, мы, во-первых, друг друга понимаем, мы только вдвоем всегда играем, и нам было легко. С легкостью команда «Кузнецы» цеха номер 37 открыла тройку победителей, став бронзовым призером. 2-е место у «Млечного пути» цеха номер 16, ну а самый большой золотой кубок заработал «Крезец» цеха номер 35. Все команды получили в подарок сувениры от молодежки ВСМПО, а пятерка лидеров – торты от изысканного вкуса. Победители получили путевку на геолого-керамическую экскурсию в Невьянский район.